Здорово, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать обратно в Механика. Все тот же хипстер. У него борода выросла, пока автобуса ждал. Охренеть. А ты кто? Кто-то новенький. Похоже, она куда-то отправляется. Логично. Мы так и будем, бабули, как нам бегать теперь? Нельзя бегать, что ли? О, здорово, братка. Ты опять здесь. А эта штука? Давайте бабулей сфоткаемся. А ну-ка, пойдешь? Давай, фоткайся, ну же. А, ты просто переоделась. А как же фоточки? Что нам осталось? У нас не хватает только зажигательного механизма. Нам нужна горелка. Может быть, ее уже починили? Ну-ка, пошли. Брательник играет. Мой брат Денис. Он весь день играет в видеоигры. Забавно, что при этом он так и не научился хорошо играть. Сейчас я для него не существую. Не буду его беспокоить. А-а-а, Рейдж! Посылка доставлена. Посмотрим, для меня ли она. Приз за Тробоподкаст. Мы правильно ответили на вопрос. Класс, мы выиграли мультимедийную систему. Заберу-ка я ее, пока кто-то другой это не сделает за меня. Робо-задрот, ачивка. Ух ты, какая тема. Телевизор, звуковые усилители и колонки. Заряженная штука. А ну-ка вверх. Наша комнатка. Есть письмо. Великолепно. Я у компьютера. Я получила новое письмо от Робоподкаст. Посмотрим, что они написали. Жахай. Спасибо за то, что приняли участие в нашем конкурсе, Ника. Поздравляем, вы правильно ответили на вопросик. Мы выслали приз по указанному вами адресу. Надеемся, вам понравится наша мультимедийная система. До скорых встреч и ждите следующих выпусков Робоподкаст. Я крута. Мы круты. Это письмо от мистера Железяки. Посмотрим. Привет, Ника. Я починил твою горелку. Ты можешь прийти и забрать ее, Железяка. Замечательно. Мы можем пойти и забрать горелку. Давайте вернемся к нашей миссии. Идем к Железяке. Здорово, братка. Здравствуйте, мистер Железяка. Привет, Ника. Что тебе нужно? Возможно, он уже починил горелку. Вы уже починили горелку? Твой папа не так давно ее взял. Он сказал, что она ему нужна. И попросил меня дать тебе об этом знать, если зайдешь. Ну да, он взял ее. Я пойду. Еще увидимся. Увидимся, Ника. Ух ты, пахан хитрый. Ну-ка, забрай горелку. Можно вас отвлечь, конфетки? Снова ты. Отстань от нас. Ну-ка, домой. Ну, пойдем к бате. Разберемся, побазарим. И что у нас здесь такое? Горелка папы. Починена и готова к работе. Теперь горелка у нас в руках. Забирай. Ника, спускайся оттуда, или ты упадешь. А теперь марш в комнату, тебя наказали. Или что-то вроде того. Тю-тю-тю-тю-тю. Вот если бы папа не слышал, как я взбираюсь по лесенке, я смогла бы заполучить в руки эту горелку. Должен же быть способ ее заполучить. Прекрасный мотобайк сделал мой папа. Работает? Люблю рев байка. Спасибо, что завела его, Ника. Без проблем. Рёва мотоциклов, видимо, достаточно, чтобы вывести кого-то из себя. Ну-ка, забирай. Без палева. Гениально. Здорово, он даже не заметил. Последний компонент. Горелка папы. Починена и готова к работе. С горелкой мы сможем многое сжечь. Ну же. Мы еще не закончили. Мы собрали все части. Теперь мы используем пневматическую трубу в моей спальне. Я начну собирать механику. За дело! Выходим. Наконец-то мы это все собрали. Наша комнатка. Мы почти у цели. Готово? Тут нычка. Вау. Назад дороги нет. Мы в одном шаге от достижения нашей цели. Давайте зайдем в мою секретную лабораторию, дабы закончить механику. Ну что, заходим. Моя тайная мастерская. Здорово, правда? Это должна была быть комната моей сестры, но не сложилось, поэтому я основала в ней лабораторию, и вот так я смогла сделать механику в тайне от всех. Какая серверная. Отдел серверов. Машина обрабатывает все данные, необходимые для моего проекта. Дверь в комнату сбора. Когда загорится свет, мы откроем дверь, зайдем туда и увидим наше творение. Прежде чем мы это сделаем, нужно отправить данные сборки. Ладушки? Эмбрион какой-то. Это моя сестра зародыш. Какого хера? В больнице подумали, что она пропала, но я умудрилась заполучить ее. Придает изюминку комнате. Согласны? Да как-то нет. Это жутко. Сетевой кабель. Жахай. Ну-ка, сетевой кабель. Используется для передачи данных. Жахай. Вот так, да? Сервер подключен к комнате сбора. Нам нужно только дать команду, чтобы начать сборку. Вот так все просто? Мой корпус серверов. А где нажать? На компе? Во! Начать сбор механики. Час пробил. Ну, поехали. Сделано. Ух ты.
Десептиконы. Ну, погнали. Мы к этому долго шли. Мы сможем туда войти и увидеть наше творение. Меха-Ника. Открывай. И, наконец, последняя часть Меха-Ники. Я. Это не опасно, а? О боже. Мы это сделали. Мы создали потрясное оружие, чтобы уничтожить все отстойное в этом мире. Они не хотели меня слушать. Но теперь им придется. Они будут умолять меня не убивать их. Но для них все будет напрасно. Мы усердно трудились, чтобы дойти до конца. Пора все поставить на свои места. Теперь Меха-Нику ничто не остановит. Какая крутотень. Меня ничто не остановит. Приготовься, это только начало. У этой игры будет продолжение. Это великолепно, боже. Спасибо команде Толмачей за перевод этой прекраснейшей игрушки. Меха-Ника. Великолепнейший квест. Он очень цепляет. У него логичные и смешные загадки. Играть в это было одним лишь удовольствием. Обязательно будем ждать продолжения. А на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся.